И мы будем переходить к нашей медитации. Медитация у нас будет. Левая рука будет направлена на сердечный центр. 10-15 сантиметров расстояние от груди. Правая рука будет в дьян-мудре лежать на ровной, с ровным локтем на колени. И у нас будет мантра «Сат Нараян Вахе Гуру Хари Нараян Сатнам», которую мы поем, мы ее повторяем. Слова я сейчас отправляю в чат для тех, кто не знает. Но буквально минутка, вы ее запомните и просто растворитесь в этой потоке мантры и медитации. Если у вас очень много мыслей во время медитации, ну, сужайте ее до одной. Но у нас в этой медитации фокус на кончике носа. Точно так же глаза немножко закрыты. И фокусируемся на кончике носа, получая удовольствие от своего голоса, от пения. Открывайте, открывайтесь этому миру голосом. Я включаю мантру. Помним, глаза, фокус на точке, на кончике носа. Левая рука перед собой, 10-15 сантиметров расстояния. Правая рука, дьян-мудра, сломанным локтем лежит на колене. Простая йогическая поза. Сат Нараян Вахе Гуру Хари Нараян Сатнам. Сатнам.
делаем вдох через нос. Поддержка. И с выдохом расслабляемся. Становимся мягче, нежнее, плавными, расслабленными. И будьте осознанны и открыты, наблюдая в своем сердечном центре свои чувства, которые перераспределяются, смешиваются с энергией в соответствии с границами вашего «Я». Усиливайте свою проекцию сердца и направляйте свою любовь, поддержку, понимание, сострадание всему-всему миру. И направьте луч света всем тем, кто сейчас с нами находится онлайн, кто пришел на этот класс. Направьте свою любовь, а другие направят свою любовь вам. И ощутите эту всеобъемлющую любовь вокруг себя.